Сен-Джон! Капрал Сен-Джон! Как меня слышно? Эй, эта херь вообще работает? Блин, не Паша, наверное. Тейлор, Паша твоя рация. Что такое? Дикон Сен-Джон! Это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел в самой присяге. Вот это был цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что? Что за хрень они тебе там поручили? Меня тут типа в пехоту упекли. Ходим целыми днями, жжем гнезда, рубим деревья, бревна таскаем. Извини, чем ты говоришь занят? Исследовательский проект. Меня посылают водище за сырьем для... Да, короче. О, черт, я об этом слышал. Да, они делают оружие. Биологическое, химическое, чтобы всех фриков спалить, так? Так, все. Мне пора. Ладно, слушай, тут такое дело. Я просто не уверен, что правильно сделал, вступив в эту армию. Понимаешь? Это наш, открыть ворота. Тейлор, что у тебя за рация? Тебя точно не прослушивают? О, черт! Я так и думал. Ладно, все, конец связи. Капрал, прием. У меня есть дело, требующее уникальных способностей. Конечно. Да, сэр. Помнишь Васкиса? Того, что в самоволку ушел? Мы проследили за ним до лагеря лесорубов. Помню. Этот человек, сержант Ли Андерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. У наших? Ты сам из наших, между прочим. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Кстати, как и Васкис, он был не один. Класс. Мое почтение, капрал. Как жизнь? Погоди, я сейчас. Капрал Дикон Сен-Джон! Как меня слышно? Эй! Тейлор, что тебе нужно? Ага, ты на связи. Короче, я вдуплил так этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? Тейлор, я сейчас занят, так что... Да. Извини. В общем... Прошел слух, что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом у полковника. И наркоты хорошие. Что-нибудь об этом знаешь? Я не употребляю, так что нет. Я вообще не в курсе. А что? Не-не-не-не-не. Я тоже нет. Просто тут этот парень, один из новобранцев, подозрительно себя ведет. Постоянно выезжает, куда-то приезжает. Я подумал, прослежу-ка я за ним. Посмотрю, чем он занимается. Этого еще не хватало. Просто скажи Коури, он сам разберется. Ты понял? Да. Ты прав. Ладно, мистер Сен-Джон, поговорим потом, а? Как там? Конец связи. Капитан Коури, я там, где в последний раз... Ладно, Андерсон, давай сразу к делу. Он точно где-то здесь. Да где же он? Что тут у нас? Можно что-нибудь смастерить. Посмотрим, что тут у нас. О, черт, волки. Посмотрим поближе.
где? Господи, это они что, Андерсона тащат? И как мне теперь забрать свой трофей? Пещера Дед Койоти. И вовсе не зловеще звучит, правда? Это радио «Свободный Орегон». Правда. Еще один владелец мародеров. Федералы присосались к налогоплательщикам, как пьяных к имени. Но при всей их тупости недооценивать их нельзя. Знаете, главные шишки прячутся сейчас по бункерам и ждут, когда выйдут фрики. Они не спасали бедных и голодных. Или своих драгоценных. Еще один регистратор. А инъектор? Крутые у меня штуки. Мы не так глупы, как им кажется. И когда фрики исчезнут, а власти придут вернуть себе мир, мы будем их ждать. Мне надо попасть в пещеру. Как? Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Федералы присосались к нам, налогоплательщикам, как телята к вымени. Но при всей их тупости недооценивать их нельзя. Знаете, главные шишки прячутся сейчас по бункерам и ждут, когда вымрут фрики. Они не спасали бедных и голодных или своих драгоценных избирателей, не выполняли свои прямые обязанности. Они спасали элиту, тех, кто правит бал. Они отсиживаются под землей, пьют шампанское и штурм. А мы тут гибнем в муках, чтобы федералы могли начать все заново после перезагрузки. Но они не учли одного. Мы не так глупы. А власти придут вернуть себе их. Мы будем их ждать. О, да, мы будем ждать. И они пожалеют, что вылезли из своих нор. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. О, господи, да что ж такое? Даже здесь не скрыться от этого «Свободного Орегона», чтоб его. Пригодится. Здесь протиснусь. Повязка ополченца еще при тебе? Само собой. Теперь надо
как-то вернуться и сдать эту штуку. Из отряда Коури. Откройте ворота. Расходимся. Берите. Ага, есть. Есть. Капитан, я нашел вашего Андерсона. Вы были правы, повязка была при нем. Он мертв? Ну, скажем так. Стая волков добралась до него раньше, чем я. Ну что ж, собаки, собачья смерть. Да, сэр. Спасибо, капрал. До связи.